Сейчас на прямую связь со студией из Приорали выходит член АНК, руководитель областного филиала общественного объединения «Русская община Казахстана» Владимир Толоконников. Добрый день, Владимир Петрович. Сегодня состоялось историческое событие. Принес присягу народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Эта новость уже облетела весь ваш регион. И как она была воспринята казалардинцами? Ну, прежде всего, мне бы хотелось, конечно, рассказать о вчерашнем дне, когда мы слушали обращение нашего президента о отставке нашего лидера нации. Конечно, вот старшее наше поколение, конечно, это восприняло с болью. Но дослушав до конца обращение нашего лидера, мы все-таки несколько успокоились. А вот сегодня уже мы видим другие новости. И какая-то наступает стабильность в обществе. Что ж, с удовольствием поздравляю Камарт Токаева с избранием исполняющим обязанности президента, пожелать ему успехов в работе и в труде. Но мне все-таки бы хотелось остановиться на нашем первом президенте, рассказать то, что он сделал для нашего народа. Мы сами знаем, какую страну он принял после развала Советского Союза и что сейчас представляет из себя Казахстан – стабильное, развивающее государство. Прежде всего, ставил вопрос о межнациональных отношениях, которые были, была создана Ассамблея народа Казахстана, и мы все, граждане, собрались под этим единым шамираком, сохранили мир, покой, а это позволило стабильно развиваться в нашей стране. Спасибо большое, Владимир Петрович.